Решение заменить уличные светильники было принято депутатами городского совета еще весной. Аукцион был проведен в мае текущего года. Контракт городская администрация заключила с предприятием «Электротеплосеть». Сумма работ составила 608 тысяч рублей. Светильники заменят только на улице Красная от Земляного моста до улицы Неводчикова. Всего 53 штуки. Срок выполнения контракта до 15 августа. Во-первых, светильники новые, а все существующие светильники, они еще у нас с советского периода эксплуатируются. У них уже выносился ресурс в плане светоотражения, и они очень часто светят пространство вокруг себя. То есть светильники надо менять, конечно, уже давно. Эти светодиодные светильники, они, во-первых, экономят будут нам электроэнергию, во-вторых, световой поток, надеемся, будет лучше, ярче будет на улице.